Всем привет! Сегодня я вам покажу, как покрасить боки с помощью пистолета. С помощью этого бага можно будет не только как с кисточкой красить полноценно боки, но еще и разные части блоков. Это может хорошо пригодиться в разном декоре, например, при крашивании шин и так далее. Большое спасибо подписчикам за то, что написали мне этот баг. Сейчас я вам покажу, как сделать этот баг. Сейчас я буду красить деревянный блок. Заходим в настройки, включаем PvP режим и теперь берем пистолет. Стреляем пистолетом в этот блок, и он перекрашивается в тот цвет, в который цвет у нас перекрашена команда. Сейчас я в белой команде, поэтому он у меня перекрасился в белый цвет. Сейчас я зайду в синюю команду, стреляю в него, и он перекрашивается в синий цвет. Так работает со всеми командами и со всеми блоками. Всего у нас доступно 7 цветов, потому что в BuildABot только 7 разных команд. А сейчас я вам скажу про плюс и минус этого способа. Минус в том, что нужно постоянно бегать из команды в команду, и всего у нас доступно только 7 цветов. А плюс в том, что пистолет красит разные части блока. Например, кисточка сейчас бы покрасила полностью колесо, а пистолет только отдельную часть. Так, например, у колес можно перекрасить шины в белый цвет. А на этом наше видео подходит к концу. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. С вами был Games. Всем пока.